сейчас тему рождения и смерти, это вдруг другие разы. Но тем не менее, просто берем и моделируем эту ситуацию. О чем вы будете жалеть? Вот вам, пожалуйста, вы можете запросить себя и тут же тебе ответить. Вам 80, 90, пускай даже 100. О чем вы будете жалеть, что вы не успели? Будете ли вы жалеть о ненаписанной картине? Или, возможно, вы что-то другое захотите узнать? Ну, написали в эту картину, ну, купил ее в какой-то музей, но висит она так. Дальше что? Дальше что? Срочно писать следующую? Написали следующую, еще один музей купил, еще дальше что? И это притирается, и это, как говорится, и это все пройдет. Да? То есть к этому адаптируется личность. Потому что личность создает эту тягу, это недовольство, эту неудовлетворенность для встречи с сутью себя, со своим настоящим «я», а не для того, чтобы потакать вот этим персонажным играм.